Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Если у тебя когда-нибудь в жизни будет искушение в 1:30 ночи съесть огромную тарелку карбонары, так. Никогда этого не делай. Почему? Потому что на утро некий дискомфорт, скажем так. Я съел миску карбонары просто потому, что я не ел вообще почти ничего. А почему ты не ел? Ну, потому что... Перед играми лучше не есть? Да, перед играми лучше не есть, это во-первых. А во-вторых, в первый день здесь была классная еда. Во второй здесь была уже хорошая еда. В третий день здесь еда средняя. А вот четвертый, когда круговая стадия, еда уже была оставляет желать лучшего. А вы что съели в 2 часа ночи вчера, Владимир? Не помню, я фисташки пахал. Фисташки. Погрызь и все. Погрызь. Привет. Они уже идут? Они уже идут. Ну, ты их встретила, да? Нет. Они написали, мы идем уже. А вот, собственно, почему мы стоим здесь вдвоем? Потому что я пишу команде, я говорю, ребята, уже пускают комнаты, надо срочно бежать. Написал я уже где-то минут 8, ну да, где-то 9 уже, наверное, назад. Ну, в принципе, спешат. Что ж, первую игру мы проиграли, Соуджи, упорная борьба, ребята не расклеились, не расстроились, не верьте в студии аналитики. На вторую игру отправляемся. Задели они берут стандарт. Да? Они раз задели. Нет, смотри, вот тут они просто ФПшную гитару, но вот тут, видишь? Они брали стандарт, потому что они брали дорожный ТБ. Они вообще с Магнусом играют? Поэтому они не брали его даже. А брали Кентавр или Бутрак. Ну что ты хочешь понять, да? А вот тут они его взяли. Че это? Алло. Телефоны у кого есть? Алло. Вообще не работает. Чувак, я тебя слышу. Меня слышно? Тебя да. Меня слышно? Да. Раз. Это Харбас. Провет, связи. Ярик. Чё? Ты сердечко взял? Да. Все, красава. Без сердечка тяжело, на самом деле. Мы победим. Нам это выгодно. Если мы делаем мегрипов, то они, скорее всего, проиграют. Потому что Нага не вытянет мегрипов где-то. Ай, Клифф! Только откатился. Да, Заби заберешь сейчас. Да, у него есть. Сейчас надо как-то под чапи, вот прям, как он резается, сразу ворваться и суицидить. Нормально. Уйдет, может быть. Это было бы. Слишком много. Да. Ну что, рассказывай. Нет, ты рассказывай. Свои комментарии после первой игры. Выиграли. Ваш прогноз на вторую? Выиграем. Наверное. А это наш Кэрри. Драться, не драться. Я хороший обхитник, я могу говорить. Об дверь. Здесь закрой, дед. Ну я не дед. Нет, дед, а если. Скажи, что, закрой. Ну, пасаран. Тусик, не возьму. Слышь, Баланара бери. Тусик он не возьмет. Тоже мне, капитан. Вторая игра Вичи Гейминг. Сережа Пират анализирует очень качественно, очень переживает чек. Ваши прогнозы? Наша команда победит за 25 минут. Болельщики китайской команды? Болельщики нашей команды. Раз. Два. А менеджер пошел за пиццей. Он не пошел за пиццей. Ну да. А куда еще идти? Не выиграли, значит не кормим, да? По старой стратегии. По старой. Выиграли, можно и покушать. А, все, я понял. А что он понял? Что мы пиццу хотим, пошел. Рассказываю про продакшн. Раз, монитор. Два, монитор. Лину будет радовать жизнь. И там еще два монитора. Наша игра последняя за сегодня, и PGL просто ушли домой. Они не стали дожидаться, пока игра закончится, и поэтому вырубили все мониторы, кроме
полчаса. Одного, который стоит там. И там не было трансляции нашей игры. Там было просто хайлайты сегодняшнего дня. И поэтому, подняв всех на уши, я смог найти себе HDMI кабель. И подсоединил его к своему ноутбуку Omen by HP. Очень нам повезло, что у нас с собой есть такой ноутбук. И, соответственно, мы... уже фласку выпил. Серьезно, бедный Фрис. Смотрим нашего любимого. Драгоценного. Без незаменимого. Гатханта. Да и Вилата, конечно. Правда, что Донал что-то подвел сегодня. Подвел же, да? Да, обманули. Обманули аудиторию. Нехорошо. Пожалуйста, только, пожалуйста, умоляю. Умоляю, что не капни на ноутбук, умоляю тебя. У нас он такой один. Доброго времени суток всем, с вами обзор на китайскую пиццу. Ну, знаете, на вид она выглядит как пицца, она большая. Особенно мне нравится, как она по краям сделана. Вот это дизайнерский ход, дизайнерский ход. Пахнет как обычный хлеб, намазанный кетчупом, приправленный перчиком, ну все как я люблю. Главное, чтобы она была очень острая. Очень острая. Вообще не хочется сюда. И с женьшенем. Там ФБ! Костик. Главное, чтобы перчики. Пошел головой, значит, заслонил мне своим ФБ. Я был уверен, что они сделают ФБ. Почему бы и нет? Красава. Просто почему бы и нет? Пошли, нашли. Это новый... И убить моментально на трудке, подняли телекинезом, не дают ничего сделать. Вот такой себе танк, скажи FY, пытается спасти Бектон, Чапи потеряла его в лесах. Ну ничего, обезьяна в лесах преследовать, это, конечно, гиблое затея, но вот такой FY. Ничего не гиблое. Загнать вам не надо, Кнац, по-моему. Загнать вам не надо, Кнац. Я тебе хочу сказать, просто вышки забирать. А тут FY уже прилетел, да, поэтому... Спасибо. Спасибо. Wi-Fi китайский. Что это за шок? У китайцев все нормально. Я говорил 25 минут. 25 минут закончили. Я тут говорил. Закончили. Ладно. Где будем кушать? 601? Да, давайте. Ладно, давай. Ну, на улицу. Говори, я уже так соскучился. Просто можно застанет, можно в этой маме встанет.